Объясню в двух словах. Так как вы не были при смерти, ваш брак аннулируется. Нас обвенчал священник. Ну, теперь он скажет то же самое, что и я. Вы обманули святую церковь. Надо было умереть. Да. А если бы я умерла? Брак был бы действителен. А, это было бы справедливо. Закон не может следовать вашим принципам, хотя они и гуманны.